Огромное-огромное всем привет! Меня зовут Таня. В этом видео я хочу вам рассказать и показать свою подготовку к дню рождения Сонечки. Моей дочери сейчас на данный момент 11 месяцев, но 8 числа ей исполнится 1 годик. Остался всего лишь один день на подготовку. На самом деле каких-то пышных торжеств, конечно же, не будет. Я считаю, что все-таки годик — это такой возраст, который не нужно отмечать в кафешках, в ресторанах. Будем отмечать в тесном семейном кругу. Приедут только самые близкие родственники, и то я не думаю, что все приедут в одно время, будут в течение дня, скорее всего, к нам приезжать и поздравлять Сонечку. Особого времени, конечно же, на подготовке у меня, к сожалению, нет, но кое-что я купила, какие-то мелочи, и хочу с вами сегодня поделиться об этом. Вот, ну и просто хочу с вами поболтать лишний раз, у меня нашелся повод. У меня закуплены вот такие колпачки, их я приобрела в магазине Fix Price. Есть еще вот такие маленькие шарики, есть воздушные шары, сердечки. Решила тоже показать, что я накупила. Это вот такой вот воздушный шар, Микки Маус. И еще один такой шарик я взяла с Hello Kitty. Вот. Взяла вот такую растяжку с днем рождения. Так, получается, будет вот такая растяжка. Я вам тут в покупках в Fix Price показывала вот такую рамку. Не успела я еще докупить рамки. Эта рамка тоже идет как декоративный элемент. И еще в качестве декора у меня будет вот такой фотоальбом. Девочки, вы даже представить себе не можете, что за красота находится внутри этой коробочки. Это не обычный фотоальбом, это набор, который называется «Сделай сам», с набором бумажек, с набором рамочек, наклеек, бусинок и разных украшалок, даже скотч есть декоративный, набор для скраббукинга, по-моему, он называется. И этот фотоальбом, конкретно этот, я постараюсь заполнить фотографиями ежемесячными. Сейчас раскроем, и я вам все покажу. Во-первых, здесь есть сам альбом. Он из очень такого плотного картона. Такой приятный на ощупь картон. Здесь резиночка. И та-дам! Открываем. Смотрите, какая красота. Этот альбом раскрывается непривычным для всех образом. Ой, боже мой, посмотрите, даже вот эта бумага, какая красивая. А вот эта бумага, не обращайте внимания на то, что она такая коричневая, хотя мне даже нравится вот эта бумага, посмотрите, какая она, у нее текстура интересная. В общем, прикольная бумажка, но раскрывается этот альбом в виде гармошки. Вот так вот он выглядит. И для украшения данного альбома есть здесь целый набор. Девочки, вот это правда, ну это мечта, наверное, любой девочки. Кто любит украшать блокнотики свои, ежедневники? Это прям вообще такая прелесть. Так, это наоборот вот так должно лежать. Здесь есть даже ленточки, тесемка очень красивая, цветочки, полубусины. Клея, конечно, в комплекте нет, но это уж, ну, не знаю, это лишнее. Клей у меня есть у самой. У меня есть и суперклей, и ПВА, и пистолет есть клеевой. Девчонки, я прям, я не знаю, мне хочется все-все-все фотографии сейчас все просмотреть. Ну, девочки, ну, посмотрите, какая уже Соня взрослая стала. Такая большая девочка. А такая ведь масенькая была, такая вот малютка. Где у нас тут? Где? Посмотрите, вот даже в 4 месяца вообще другой человек. А сейчас так, такая вообще девчонка вымахала. Офигеть. На этой фотографии Соня на Антона очень похожа. Вот. Хотя все говорят, все родственники говорят, что Соня похожа на меня. Зубики такие, прям вообще. Смотрите, как я уже тут украшаю вовсю. Вот это у меня второй разворот. Первый я вот пока оставила в таком виде. Я решила Соню всю сморщенную такую не делать фотографию, выкладывать сюда самую первую фотку Сонечки, потому что этот альбом будут многие смотреть. Я думаю, ну что он будет стоять. А там она вся скукоженная, сморщенная, ее первая фотография. Я решила вот ее ручку сделать. А далее пока приклеила здесь единицу, но эту страницу я буду еще украшать. И перешла сразу к следующему развороту. Здесь второй, третий, четвертый, пятый месяц, соответственно. И, как вы видите, скотч, вот этот красивый скотч,
это из FixPrice я приобретала. Далее у меня из FixPrice еще стоит тут клей ПВА. И вообще дело-то кипит. И знаете, это так интересно. И это так расслабляет. Ну, настолько расслабляет. Просто безумно. Так нравится. Если бы у меня еще очень много было свободного времени, я бы, наверное, тут вообще красоту напридумала. Времени 22:57. Далеко не детское время. Антон только что приехал из магазина «Ленты» и в Евроспар он ездил. Если продолжить показать вам, что у меня получилось с этим альбомом. Над альбомами еще работать и работать, как вы видите. Но если так постараться, очень даже симпатично и мило будет все это смотреться. Вот, восьмерка такая крутая. Так, фотографии, смотрите, какая огромная стопка. Обалдеть. Вот, это все вот, задание для меня, это все мне нужно будет расфасовать, подготовить. Так, это для канапешки шпажки уже лежат. И вот все то, что Антон накупил, это только часть. Это все на день рождения Сони. Ну, это только, наверное, третья часть продукта. Нужно будет завтра еще докупать. Пошли спать, Тим. Пошли спать. Пар такой интересный. Смотри, смотри, она дышит. Сегодня уже 7 число, сегодня Рождество, завтра у Сонечки день рождения. Продукты все уже закуплены. Единственное, я вот Антошу попросила докупить детское шампанское. И у меня еще здесь есть детский торт, это мой гениальный план. Я не хотела заказывать торт, потому что я знала, что в Евроспаре продаются детские торты. Антоша выбрал вот такой тортик, очень красивый тортик, солнышко. Я его попросила взять торт, выбрать, чтобы было свободное место. И сейчас мы с вами попробуем растопить шоколад и написать вот на обратной стороне солнышко «Софи годик» или что-нибудь такое подобное. Я даже сама удивлена. Получилось очень даже неплохо. Вот у меня еще вот столько шоколада осталось, очень много. Лишнего я растопила. Вот здесь я сердечко подрисовала. Вот так вот получилось. Ох, полным ходом идут приготовления. У меня тут морковка, картошка, там компотик Сонечке уже приготовила. А здесь яички. Здесь две куриные грудки. Грецкий орешек я уже помыла. А здесь снова я приступаю к этому, к своему альбому, потому что времени, так, сколечко. Времени, как вы видите, 18:46 уже. Обалдеть. До завтра это все должно быть готово. Так что вперед из песней. Времени уже почти 9 часов вечера. И сейчас я вам покажу, что у меня получилось с альбомчиком Сониным. Не успела я оформить обложку, но зато хотя бы вот примерно. Давайте начнем с месяца. Здесь обложка вот осталась такая же. И на первой странице, ну, я приклеила фан. Первая фотография Сонечки. И здесь место для надписи. Ну, как вы видите, цветочки всякие, бусинки. Это приклеила я на клей. Это приклеила я на клейку. Конечно же, вот все эти причиндалы, они все были в наборе, но некоторые вот, например, вот здесь, где вот следующая страница, вот этот скотч, это я покупала в FixPrice. Уже наклейки из набора. Дальше следующий разворот здесь. Вот так выглядит далее. Далее здесь 6 месяц. 7. 8 выглядит таким образом. И так. 9. Вот так вот выглядит. Сонечка в ботике здесь. И тоже приклеила. И вот тоже я приклеила всякие наклейки, значки. 10 месяц я решила сделать таким образом. И 11 месяц. Здесь уже девчонка, конечно, выросла совсем-совсем большая. И здесь можете заметить, цветочки я наклеила. Тесенка. Кому годик, доброе утро! Сонечка, доброе утро! Девчонка. Доброе утро, папе, скажи, Сонь.
Скажи, я тебя рано разбудила. Начали мы только украшать, вот с дядей повесили, смотри, растяжку. Сейчас будем надувать шары. Да, я тебя поздравляю. А где Соня тут с подарками? Я тебя тоже поздравляю. Два. Желтый.